Сегодня мы с моими друзьями споем песню в тему концерта про будущее. Итак, песня про робота Геннадия. Робот Геннадий упал на катке, сломал себе руку и ногу. И вот в специальном коробке люди спешат на подмогу. Нежным магнитом собрали со льда, в кузов КамАЗа сложили, и ногу тоже положили туда, и руку туда положили. И вот он уже в ОАО металлист, протертые места переломов. К нему направляется специалист, отличная сварщица Тома. Нежно спаяла концы проводов, ток подключила в 2 герца, и что-то ёкнуло средь клапанов, там, где должно быть сердце. У робота ёкнуло средь клапанов, там, где должно быть сердце. Робот Геннадий опять на катке, уже не один, а с Томой. Тома в нарядном цветастом платке, и Гена блестит, как новый. Вместе они проводили ТО, и надо ж такому случиться. Случилось такое, после чего робот обязан жениться. Случилось такое, после чего робот обязан жениться. В чем дело? Я в этом месте забываю все время. Запасной вариант. Спасибо, вспомнил. Но утром проснулась Тамара одна, от Гены осталась лишь стружка, пара подшипников и клапана, и масло машинного кружка. Так пошутила злодейка судьба, он сбежал и живет теперь в Греции. Все же у роботов пустота, там, где должно быть сердце. Все же у роботов пустота, там, где должно быть сердце. Соло! Thank you.